Ребят, всем привет! Вы снова на канале Интернет и Деньги. Сегодня хотел записать обзорчик одного классного проекта, но на него пошли DOS-атаки и к сайту сейчас нет доступа. Но если доступ вернется, все будет отлично, то ролик я потом все-таки запишу. Но сейчас не об этом, сейчас немножко о другом. Кто следит за каналом, тот знает, что у меня на канале есть один классный Pair-бонусник, называется Bonsura. Очень интересный сайт, ребят. Выплаты до сих пор там идут. И чему я это веду? Веду к тому, что я нашел еще один интересный Pair бонусник и решил тоже его взять к себе в портфель. Ну что ж, давайте посмотрим на сам сайт. Вот так все это дело выглядит. Называется он refray.com. Суть заработка в том, что вы здесь покупаете уровни и получаете бонус каждые 24 часа в зависимости от вашего уровня. Вот давайте вот это вам расскажу. Распределение бонусов каждые 24 часа. Партнерская программа до 30%. 6 уровней увеличения прибыли. Дополнительный бонус каждый час. Но этот бонус есть не на всех уровнях. Я вам потом покажу. Автоматические выплаты. Ну что. Теперь давайте зайду в кабинет. Покажу, как все это дело там выглядит. Поставлю на паузу, потому что здесь отображается пароль. Как зайду в кабинет, продолжу снимать ролик. Так, все, ребят, я продолжаю, я уже в кабинете. Смотрите, все, что вам надо делать, как зарабатывать, заходите один раз в 24 часа, вот тут идет таймер, и жмакаете получить бонус за 24 часа. Ну, если у вас уровни повыше, то жмакаете получить бонус за 1 час. Это все вы делаете в вашем кабинете, то есть во вкладочке бонусы. Кстати, только что увидел, раньше этого не было, появились акции. Что же это такое? Давайте посмотрим. Так, увеличивайте заработок, покупая акции. Количество дней, акция проекта. Так, здесь мы покупаем за 1000 рублей на 3 дня, плюс бонус 300 рублей. Понятно. В общем, с этим делом надо будет разобраться. Ладно, давайте посмотрим на уровни. Вот так выглядят наши уровни. Первый уровень, который вам дается за регистрацию, это 10 рублей. Вот такой вот у вас будет бонус от резерва. Кстати, резерв сейчас 95 тысяч рублей. Вот минималка на вывод 25 рублей. Реферальная комиссия на первом уровне 5%. Бонусов каждый час нет. Сумма выплат до 25 рублей за один раз, я так понимаю. Ну что ж. Второй уровень у нас уже чуть побольше, как видим, я все это рассказывать не буду. Вот, потому что, чтобы не отнимать у вас время, если вам интересно, зайдете сами здесь посмотрите. Так, вкладочка рефералы, здесь вы можете смотреть за рефералами. Кстати, да, вам надо будет зайти вот сюда в настройки и прописать ваш Pair кошелек, чтобы вы могли выводить отсюда денежку. Ну и, ребят, вывод средств, наша главная кнопочка самая интересная. Смотрите, у меня пока что первый уровень, я здесь ничего не покупал. Минималка составляет 25 рублей, но если это ваша первая выплата, минимальная сумма составит 1 рубль. У меня на балансе 1 рубль 73 копейки, то есть я могу сейчас его снять, потому что это моя первая выплата, и проверить заодно, платит ли данный бонусник. Если платит, то будем покупать уровни. Так, переходим на Pair кошелек, обновляем страничку. Вот последняя транзакция 196 рублей сегодня, 4 марта. Кстати, это как раз бонусника Bonsura. Вот, ну что ж, так, тут выбираем Pair. Сумму вводить негде. Наверное, сумма снимается с баланса автоматом. Жмакаем выплатить. Так, средства выплачены на ваш счет. Смотрим, давайте обновляем страничку. Вот, 99 копеек с учетом комиссии Pair. Выплата от Refray.com. Значит, данный проект платит, можно покупать уровни. Так, переходим на уровни. Так, второй уровень у нас стоит 50 рублей, третий 100, четвертый. Давайте купим четвертый уровень за 200 рублей. Так. Так, ребят, я смотрю, наверное, здесь уровни надо покупать по очереди. Сразу перескакивать нельзя. Вот, ну что ж, давайте тогда купим сейчас второй уровень.
покупаем второй, паер рубли. Подтверждаем. Все, второй уровень я купил, теперь могу купить и третий. Так, давайте я опять поставлю на паузу, чтобы затягивать время. Так, все, ребят, я купил третий уровень. Вот, закинул я сюда 150 рублей, 50 за второй и 100 за третий уровень. Теперь у меня вот такой будет бонус от резерва, то есть каждый день у меня будет бонус за 24 часа 28 рублей 98 копеек. Минималка на вывод 15 рублей, рефералка 15% теперь, и бонус каждый час 20 копеек тоже могу получать. Сумма выплат до 200 рублей. Это хорошо. Если все пойдет хорошо, то, возможно, буду покупать уровни повыше. Вот так все это дело в общем выглядит. Как вы видели, проект платит, вот 99 копеек пришло. Давайте обновлю страничку. Так, вот мои выплаты, 50 и 100 рублей. Извиняюсь, не выплаты, а пополнение. Так, покупка нового уровня. Рефрей. Вот, все то же самое, покупка нового уровня. И вот 4 марта выплата, я уже показывал. В общем, вот такой вот интересный пайер бонусник. Кстати, давайте вернемся в бонусы. У меня теперь должны быть бонусы каждый час, посмотрим. Так, вот бонус 0.2 получен, 73 копейки, обновляем, 93 копейки. Все, теперь каждый час можно также увеличивать. Ну а на счет 24 часов у меня еще не закончилось время. Давайте, в принципе, жмакнем. Да, все, у меня еще через 6 часов только я смогу взять свой ежедневный бонус. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Интернет и Деньги. Вот такой вот интересный бонусник для байера. Кому интересно, заходим, пробуем себя вот в таком заработке. Всем пока.